У нас по парапетам и по стенам вода течет. По окнам. У нас окна подгнили. Обсудить проблемы и найти решение. Именно для этого каждую четвертую среду месяца в округе номер 6 проводится депутатский час. На этот раз разговор был особенно эмоциональным. Старшие многоквартирных домов встретились с представителями управляющих компаний. Их в округе 3 – Северо-Восточная, Кубань и номер 6. Они подготовили отчеты о работе за месяц, чтобы было понятно, насколько эффективно выполняются те поручения, которые были даны на предыдущем депутатском часе. По проблеме скажу, по Чернышевскому опять существует открыт вопрос, значит, по ремонту кровли. В течение 2 недель будет произведена остальная часть замены кровли. В настоящее время подрядная организация уже очистила от мусора крышу многоквартирного дома. Жители задавали вопросы, рассказывали о том, что надо бы починить или переделать. По словам депутатов округа, такие встречи помогают наладить тесный контакт между собственниками жилья и коммунальщиками, а также взаимодействие даже в тех вопросах, которые напрямую не связаны с работой управляющих компаний. НЭСК собирались производить какое-то там разрытие именно по клумбе возле первого подъезда, какой-то кабель вкапывать. Жители в восторге, конечно. Они пригоняли там какой-то копательный аппарат вот этот вот. Сотрудники компании решили разобраться с копателями, которые портят клумбы. Пообещали содействие и жителям другого дома. У них обветшали почтовые ящики. Договором управления эти ящики не предусмотрена их замена. То есть договор управления – это, по сути, то ресторанное меню, в пределах которого жители заказывают свой обед. То есть, да, если мы ящики приобретем, то, по сути, мы должны из договора управления урезать какой-либо другой вид услуг или работ. Ну, опять же, ящики должны быть, поэтому я думаю, что этот вопрос мы будем решать. В каждой такой встрече принимают участие депутаты округа. Они не просто следят за ходом дискуссии. Все проблемы и решения берут на контроль. То, что обещано, должно быть сделано. И это касается не только работы управляющих компаний. Из этого очень ощутимый результат, потому что буквально вот после депутатского часа на следующий день управляющая компания встречается непосредственно во дворах, с представителями квартальных комитетов во дворах, которые на месте решают все вопросы. Вот. Также мы организовываем, контролируем работу службы УВД на округе, ДПС, соблюдение правил дорожного движения, организация досуга детей в период школьных каникул. Одним из таких досуговых мероприятий стал завершающий турнир по футболу среди детских дворовых команд округа. Он состоялся вслед за депутатским часом. Все участники полным составом отправились болеть за своих ребятишек. Турнир провели на современной спортивной площадке, которая тоже была построена по инициативе депутатов. А наградой для победителей стали призы, подготовленные народными избранниками. Влада Волошина, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».